Как тебе такой аппарат? Ой, он, по-моему, падает у тебя. Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Тихо, 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 почувствуй аппарат, не дергай. Сейчас. Да вы не смейтесь, он реально так играет. Не надо крутить технику. Не надо, ты сейчас перевертуша сделаешь, блядь. Ты не сможешь потом уравняться. Тихо. Не надо дергаться, ты же понимаешь, что будет из себя обратка, то пиздец. Подожди, я контролирую ситуацию. Не дергай аппарат, не дергай. Просто выровняй аппарат, не дергай. А я не могу уже. Не дергай аппарат, прошу тебя. Не дергай аппарат. Ты, по-моему, падаешь. Не дергай аппарат, выровняй вверх его. Да я не могу, ты понимаешь? Все, да, упала техника. Летит сигарета. Отрыв, отрыв. Я вообще как бы инженер по профессии, да? Я учился на ракетостроение. Ну, в некой степени. То есть нам, по сути, да, нужно обеспечить... Тобой, малыш. О, блядь. Ушла уже наше время. Вот Жуаночка пришла. А. Ольге не нравится ее присутствие. Да ну, ты чё, не подруги? Сейчас Олька увидит вот это все и скажет, ёб твою мать. Тихо. Так. Это что за блядь? Что за блядь? Пока, хуила. Не пончик. Чел, я не пон. Жена? Чья? Моя? Да я лучше импотентом буду всю жизнь, чем жениться. Тихо, тихо. Да при чем здесь батуашка? Рука, да? Да что за хуйня? Да. Новая фотка пены 25. Сфоткаю жопу за 2 миллиона. Я знаю, что ты хочешь нож в КСке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантию. Гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Так, ладно, первое испытание аппарата. Да, сука. Ух ты, держится. Блять. Надо быстрее взлетать, не дать аппаратам упасть. Добрый вечер. Зе, здравствуй. Вас приветствует Соединенная Республика Марса. Фиксируем ваше межорбитальное отрыв в сторону Марса. По прибытию на Марс. Не забудьте пойти туннельный челокос. Ой, да! Бля. Что-то не то. Это что? Такой хуйни я еще не видел. Не понял, блядь. До такого я еще на не доходил уровня. Это, сука, новинка какая-то, технология. Придумал. Сейчас первый основной движок стартанул. Хватит мощности.
Давай, родная! Давай, без них справимся! Бля, сука, какая же паскуда, бля, тварь, что делает? Бля, тварь какая, ты посмотри на эту тварь, бля, тварь, лыбится, панда ебаная, бля, сука, тварь, а? В смысле? Ну погоди, то почему так играться? Все, пиздец. Космический мусор. Вот сейчас точно техника попрет как надо. Там была моя большая, ну, недоработка. Вот сейчас точно попрет. Че, блядь? Ты ебанько? Ты дурак? Найс, чел. Ну че за аппарат, сука, непослушный? Опа! Все, пошел, пошел аппарат. Все, аппарат пошел, пасеки, все. Все, техника пошла, Луна 27. Топливо, хуйма! Топливо, хуйма! Я забыл бак поставить. Головка отпала. Заводи технику. Не надо двигать технику. По-моему, ты падаешь. По-моему, ты падаешь, чел. Мама, не хочу это видеть. Ну, почему не работает? Ускорители? Просто пусть летит ровно, стабилизируется. Он съебается, как сосиска, понял, с этим сыром. Ты можешь покинуть заднюю часть, потому что... А, она опережает, типа, на то... А, два движка в одном. Я понял, типа, тригонометрика. То есть он меня толкает, но хотя он не часть меня, потому что прилипка есть. Я понял. До свидания. И что это такое? Где нужно орбиты, охуя ему? Ой, блядь! Тут падает, мама! Не понял. В смысле? А как я упал, если я вверху был? Как тебе такой аппарат? Ой, он, по-моему, падает у тебя. Блядь. Нет, это вообще игрушка какая-то. Пошло, пошло. У, сука. Бля, как хуй согнулась. Хватит баловаться. Ты кто такое, сука? Ты кто такое? Отстрел, родной, отстрел! Как ульта? Как ульта, блядь? Как ульта, долб***, как ульта! Блядь! Привет. Вот пришел с одного часовой смены шахте.
Как привет. Приятно сесть поиграть, зная, что есть 34-летняя ганжа, которая играет пол жизни и делает это хуже всей моей бригады, которая мышку в руках не держала. Да? А как у них дела у твоей бригады, блядь, интересно? Я вот смотрю на это и уже злиться начинаю на твою тупизну. Ты дебилой, ракет, ты сам? Когда-нибудь в жизни ведет. Да? Ты можешь, блядь, сделать такую же похожую. А? Ты кентавра изобретаешь заново. Ну давай вот так сделаем, чел. Смотря. Хозяйка. Не, ну так уже лаконично смотрится. Согласись. Прикинь, Олька соберется. Олька соберет всех девочек, с которыми у тебя, ну, секса не было. И они соберутся все и начнут, ну, нападать на тебя. Чё ты мелешь, блин? Здравствуй, девочка. Здравствуй. У тебя очень давно. Столько же, сколько лет всем девочкам в чате. Да-да. То есть 6. Обожаю твои стримы. Как дела-то вообще? У тебя ты имеешь в виду как? У меня или как? Почему не стабилизируется аппарат? Я просто восхищен твоим искусством делать ракеты. Не думал в Роскосмос пойти. Они точно будут рады принять на работу такого профессионального конструктора ракет, как ты. Ты нужен. Да нет. В Роскосмос, ну, можно, есть предложение, блин, можно обсудить. Есть. Ну, подумать можно. Нихуя себе. Это детская куда. И что? Вот космическая пыль. Где Луна, где я? Да! Угу. Да! Угу. Да! Угу. Да! Угу. Угу. Да! Угу. Угу. Да! Угу. Вот сейчас точно попрет. Полетели, родной. Ой. Почему не прикрепляются верхние стяжки, я не понимаю. За нижние цепляется, а за верхние нет, ля. Родной, уходим. Погоди. Да, блин. Сейчас. Колесо вперед забыл поставить. Сейчас аппарат перевертыш. Давай, отрыв, родной. Оторвайся. Усики. Ой, мразь. Все, сейчас попрет. Не, ну согласись, техника серьезная. Так как аппарат включить? Это Кентавр 2000 из будущего, который придумает вот. Кибердейджи Мышенко Альтроне. Не-не-не-не. Это экспериментальная из-за этот. Я тварь, а? Давай отрыв, малыш. Блядь. Гойда!
Давай, родной, давай! Да вы не смейтесь, он реально так играет. С землей, тварь. Ты новичок, скажи? Да не, я уже понял, о чем проект, типа, чел. Жук-усач. Не, слишком доход мощности, я так понимаю, да? Я тебе сейчас покажу просто, как вообще-то должно работать, по идее. Немножко так тебе в курс дела, да, веду? Смотри, сначала у нас работают реактивные движки, начинают свою работу. Аппарат начинает набирать скорость, окей. Набираем аккуратно, максимально скорость набирается. Далее ракета, сверху ускоритель ускоряет скорость разгона аппарата. Все, время ускорителя. Я понял, типа понял, колеса оно не выдерживает такой скорости и мощности. Здесь нужно сделать вывод определенный, то что слишком тяжелый ускоритель. Аппарат обкатать нужно. Давай, родной. Давай, давай, давай. Железя. Ну и чё нахуй? Пососать шкиляры. Да, сука. Да, малыш, да. Волька. Ты этого ждёшь? Волька. На. Ты этого хотела, да? Все.